Дорогие мои зрители, вы знаете, очень часто ко мне обращаются молодые мужчины и говорят, я вам по такому пустяшному вопросу, уретральный трихомониаз, сейчас сделаю тише чуть-чуть. Тема важная, поэтому надо сделать тише. То есть такая пустяшная какая-то тема. Вы там не подскажете, что-то там вы, может, знаете что-то. Могу сказать, что я знаю. Я знаю только одно, что вслед за уретральным трихомониазом аденома и рак простаты. Вот что я знаю. И считать, что эта проблема маленькая, да, это очень глупо. Ну вообще глупо. Это как будто, как если вам перерезать где-то шланг в машине тормозной жидкостью. Ну маленькая резинка, перерезали, да и все. Ну не будет тормозов. Все, то же самое и тут. Как только трихомонада сотоварищей попала в уретру, все, она в покое вас не оставит. Она будет долбать вас до конца, грызть. Будут боли, будут выделения, будет вонь, будет все что угодно. Это непростая задача. Решение этой задачи тоже очень сложное. Нужны и процедуры, и антипаразитарная программа, борьба с трихомонадой, борьба с токсоплазмой. Убирать из дома домашних животных, потому что они переносят эту токсоплазму. Это сложный вопрос. Оно будет болеть всегда. Более того, оно может переходить в яичники. На этом фоне может развиваться архит. На этом фоне может развиваться все, что угодно. Циститы всех мастей, включая мочеточник, включая и почки в том числе. И почки в том числе. Поэтому не надо, когда вы пишете мне, говорить, это пустяшная какая-то проблема. Это не пустяшная проблема. Это действительно очень сложно. С этой мыслью я сегодня хотел с вами поделиться.